смотри, вон, звезда падает. Ух ты, Амелька, быстро загадывай желание. Я хочу... Ну, чего молчишь? А я уже загадала. Ну, и что ты загадала? Не скажу. Почему? Ты что, стесняешься? Нет, ты что, не знаешь? Если рассказать желание, то оно не сбудется. Ой, да ладно тебе, все сбудется. Главное, сильно захотеть. Смотри, мам, еще одна. Теперь твоя очередь загадать желание. Так, я хочу... попасть в телевизор. Как это? Какое-то странное желание. Почему это странное? Зачем тебе попадать в телевизор? Там же мало места. Ну, я имею в виду сняться в какой-то крутой передаче или фильме. А, понятно. Ну, тогда ты неправильно загадала желание. Почему это неправильно? Ты должна была загадать желание стать актрисой. Тю, а какая разница? Вдруг твое желание сбудется неправильно. Ой, за меня можешь не переживать. Главное то, что я хочу, а не говорю. Желаниями нужно быть осторожней. Да ладно тебе, давай спать, уже поздно. Пойдем. Ну хорошо, мам, спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, пока-пока. Спокойной ночи, Амелька. Завтрак. Включу музыки, чтобы кушать было интересней. Наверное, опять кто-то смотрел наши домашние видео. Мультики, хочу мультики. Почему я не могу переключить? Амелька, это ты? Амелька, ау, ты меня слышишь? Лупы-пыль, почему он не работает? Амелька, это я, твоя мама. Мне кажется, или мама с телевизора разговаривает со мной? Да-да, Амелька, это я, помоги мне. Наверное, это какая-то папина шутка. Записал видео и включил, чтобы меня разыграть. Сейчас выйду на флешку. Ой, тут ничего нет. Это значит, мама в телевизоре настоящая. Амелька, вытащи меня отсюда. Случилось? Смотри, мама застряла в телевизоре. Такого не может быть. Это, наверное, какая-то видеозапись. Я посмотрела, никакой флешки нет. Значит, мама настоящая. А может, мама просто снялась в передаче на каком-то канале? Точно, мама всегда мечтала стать актрисой. Ну вот, значит, это какое-то шоу. Правда? Значит, я буду болеть за маму. Я тоже! Давай смотреть! Давай. Куда это я попала? Что это за передача? Попалась пухлая воришка мороженого! Что? Я воришка? Я давно ищу тебя, и теперь я тебя арестую! Обожаю боевики! Странно, не знала, что мама хотела сниматься в боевиках. Открывай! Не-а, не открою! Вы меня с кем-то путаете! Отдавай мороженое, которое ты украла у малышей! Ты не крала! О нет! Нам нужно маме помочь! Ну уж нет! А вдруг она и у нас мороженое украдет? Мама, не воришка! Она застряла в телевизоре!
ее. А разве это не настоящее кино? Нет, мама не любит боевики. Точно! Как я сразу не догадался. Давай попробуем переключить канал. Давай. Надо включить что-нибудь доброе. Пап, у меня есть идейка. Это я попала. Пап, привет. А ты кто? Я принцесса Карамель. Карамель? А что ты тут делаешь? Я тут живу, а это мой волшебный дом. Мне кажется, где-то я уже видела эту квартиру. Смотри! У волшебницы такая же квартира, как у нас. Тебе не кажется это странным? Может, она живет в нашем доме, и поэтому у нее такая же квартира, как у нас. Ух ты! Получается, наша соседка настоящая волшебница. Вот почему у нас дома постоянно происходят странные вещи. А ты правда волшебница? Да, самая настоящая. Что-то мне не верится. Сейчас я тебе докажу. Это что, Сникерс ты превратила? Какао? Ты действительно волшебница. И ты теперь должна мне помочь. А как? Я это, застряла в телевизоре и не могу выбраться. Помоги мне, верни меня обратно. Хорошо, я тебе помогу. Сейчас взмахнул волшебной палочкой и все. О, ура! Спасибо тебе, маленькая волшебница. Карамель. Снежинки, снежинки, дождевые. Ой, а что это со мной? Почему я в такой страшной одежде? Ой, наверное, я неправильно взмахнула палочкой. Сейчас исправлю. Снежинки, снежинки, дождевые. Мороженое? Ой, прости, я только училась магии. Верни все обратно, как было. Хорошо, сейчас снежинки на белой воде. А где это? Вернулась хитрая воришка. Я сказала, что я не воришка. Это почему у тебя мороженое, и ты так странно одета? Ой-ой-ой. Сейчас у меня получится. Нужно выбираться отсюда скорей. Надеюсь, папа с Амелькой меня спасут. Папа, мы должны вытащить маму из телевизора. Ну, ты права. А как нам это сделать? Давай загадаем желание, когда будет папа звезда. Ну, не знаю, Амелька. Придется ждать очень долго. Ты попросишь знакомую волшебницу расколдовать нашу маму? Нет, мне есть идея получше. Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Переезжайте скорей. О, так быстро, бежи! Здравствуйте, это вам надо ремонт телевизора? Да, да, пойдемте скорей. Пойдемте, пойдемте. Ой, нога моя болит. Смотрите, наша мама застряла внутри. Поможете достать ее оттуда? Достать вашу маму? Из телевизора? Прости, девочка, мы таким не занимаемся. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну, ладно, ладно. Есть тут у меня одна идейка. Сейчас посмотрим, что у меня тут есть. Так, это... Это не то. О, вот это нам поможет. Амелька, это ты? Амелька, ау. Ура, мама вернулась. Спасибо, дядя. Спасибо, мам. Вы, наверное, волшебник. Да нет, что вы. Просто в молодости я любил всякие фокусы. И вот и научился. Ты была права, Амелька. Нужно быть осторожным со своими желаниями. Зато твоя мечта исполнилась, и ты попала в кино.
А ваши желания сбывались? Напишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока! Привет!